Добрый день, мои уважаемые зрители, мои подписчики, все, кто меня смотрит. Сегодня у нас 3 мая. Я сегодня опять выехал на коп. Значит, вот сзади меня, значит, деревня. Вот. Ну, здесь пруд. Вот. Здесь есть немножко места. Ну, постараюсь вот здесь вот покопать. Посмотрим, что из этого получится. Вот деревня. Дома уже тут где-то есть, где-то нету. Ну, пока травы нету, можно покопать. Вот. Посмотрим, что из этого получится. Ну, встретимся на копе. Пока. Так, итак, уважаемые, у нас первая находочка, копали мы уже, наверное, час, пока ничего не было. Вот первая находочка такая. Это у нас, по-моему, Николай II, но пока не видно. Домой приду, значит... Домой приду, значит, все. Посмотрю. Ну, походу, Николай II. Последний чекан. Ну, ладно. Слава Богу. Есть. Нашли мы ее вот здесь. А копаем вот в таком месте. Вот такой деревне. Ну, еще покопаю, конечно, немножко. Посмотрю. Так что, давайте до встречи. До следующей находки. Надеюсь, еще что-нибудь будет. Давайте, пока. Снимаю радугу. Вон какая она. Двойную. Вот первая. Вторая. Чудо природы. Ага. Друзья, мы вот еще что-то нашли, по-моему, какая-то часть от украшения. Я думал сначала это гравер, но это какая-то часть от украшения. Ну, вот такая находочка, посмотрим. Ладно, пока. Ну что, мои уважаемые друзья, значит, я вот здесь вот немножко покопал, ну, часа полтора, наверное, два, вот за моей, вот здесь, видимо, это конец деревни. Здесь, видимо, был дом, там тоже, там еще не успел, но надо приехать покопать. Вот, что, значит, из находок мне сегодня удалось выкопать, значит. Ну, первое, сейчас я покажу. Так, вот мои находочки. Это, значит, стремя. Смотрите, какое интересное стремя. Вот такое стремя. Вот стремя. Значит, это часть, по-моему, она с орнаментом. Но я помою, посмотрю. Это от чугунка, видимо, какой-то орнамент. Потом, вот какие-то часы, тоже интересно. Надо помыть, посмотреть и покажу. Ну, и вот эта вот ручка, видимо, от кастрюли или от чего-ли, алюминиевая. Вот, тоже покажу. Ну, а из находок, значит, это сегодня из хороших находок, это, значит, 3 копейки, 1800, да, 1875 года, вот она такая монеточка у меня. Сегодня одна попалась, ну и слава богу, хоть одна есть. Правда, сохран не очень, одна сторона. И вторая часть, это, значит, вот такая, по-моему, от какой-то... Значит, и украшения, не знаю, вот такой кусочек. Но на этом, так, сейчас минутку, начался дождик, вот дождик, а на этом я свой коп заканчиваю. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ждите следующее видео, пока!